Ну что же, здравствуй, мальчик, с тобой снова я, Кирилл, и мы продолжаем прохождение The Evil Within сериала. Ну что же, первый сезон, да, у нас довольно быстро закончился, за одну серию, уже сразу первая серия и финал. Ой, что это такое, и мы начинаем второй сезон, да. Hello? Anybody there? В общем, закончилось все том, что, Себастьян Кеннелли и друзья Себастьяна, Кидман, Лезли и тот доктор, в общем, все мы прыгнули на машине скорой помощи с огромного гигантского обрыва, потому что с водителем Кеннелли произошла ужасная мутация. Из-за этого машины некому было управлять, и она просто, в общем, поехала вперед и выпрыгнула в обрыв. И я думал, что все разбились персонажи. То есть все, конец игры, то есть бой тра-ля-ля, но оказывается нет. Себастьян выжил, его привезли в какую-то больницу. Ну не знаю, может это больница, может это тюрьма, потому что больше похоже, скорее всего, на тюрьму, нежели чем на больницу. Хотя, судя по таким батареям, не знаю. В общем, не знаю, где мы очутились. Давай посмотрим. Это газета. В приозерном поселении найдены трупы. Причина смерти остается загадкой. Более дюжины изуродованных тел найдены в деревне Элк Ривер. Несколько жителей пропали без вести. Ух ты. Такое мы видели в Resident Evil 1 в начале, если ты помнишь. Сейчас у нас какой-то вид такой странный, как в старые времена. Тоже такой черно-белый кадр, да, прикольно. В общем, не знаю, где мы оказались, но мы продолжаем, собственно говоря, выбираться из этого ада и искать наших друзей. Куда же они делись? Что же случилось с Джозефом, которого мы так и не нашли? Что же случилось с Кидман, тем пациентом Лезли и самим доктором, тем доктором, которого мы нашли в самом начале первого сезона? Ух ты, кто это? Медсестра? Да, больше похоже на медсестру. Значит, мы, скорее всего, в больнице. Окей. Блин! Я забыл засечь секундомер. Ну ладно, отмотаю 3 минуты. Я чуть не забыл засечь секундомер. В общем, тут такое странное довольно такая... Больница, я бы сказал, такой странный коридор. Тут надо все осмотреть. И что это за символы? Я не понимаю, что это такие за символы, да? В общем, вот такие вот дела. Ну, второй сезон, разумеется, как первый, я записывать не буду. Он будет довольно продолжительным, так что тут уже, как обычно, на 30 минут. Так что все, мальчик, будет хорошо. Надеюсь, тебе понравилась моя прошлая вставка небольших таких прикольчиков. Что это за зеркало? Тут так выглядит больница, как вот знаешь, в 19 веке, вот в домах знатных людей, таких писателей, поэтов, там вот наподобие такие зеркала у них всегда вот висели, такой подобный интерьер был, я не знаю. Я не знаю, в принципе, когда вообще происходит событие The Evil Within, я уже, честно, подзабыл. Но я знаю, в каком городе происходили все эти события. Это Кримсон Сити. Город, его пока еще не упоминали, по-моему, в игре, но город называется Кримсон Сити. Больница. Ну, скорее всего, это не та больница, которая была в начале игры. Это, скорее всего, какая-то другая больница. Видишь, Себастьян, надо меньше рубать в стрелялки на компе, чтобы не загреметь в больницу. Чтобы в тенисты не загреметь. Ладно, это я уже из области фантастики, разумеется, говорю. Ну что, давайте посмотрим, что у нас тут происходит, что это за медсестра и что вообще это за место, собственно говоря, да? Сохранить. Ну что, давайте сохранимся, что. Зерно просто. Так. Выжившие. Ну, собственно, здесь. Нет, сохранимся мы в новую ячейку. Окей. В общем, тут мы, походу, можем сохраняться. И у нас почему-то мало здоровья. Там медсестра открыла нам дверь. Интересно вообще, да? Я бы на месте Себастьяна сейчас вообще бы давно бы уже обосрался. Серьезно. Так что вот такие вот дела. Но мы не зацикливаясь, собственно говоря, идем дальше, потому что куда нам еще идти? Какая-то дверь, потому что она открыта. Нет, дверь закрыта. Жаль. И стекло тоже. На нем даже нет отражения. Да, странное тут довольно стекло. Ну а мы заходим. Сюда видим какое-то странное кресло. Неужели нас будут здесь пытать, мальчик? Я боюсь.
Разумеется, мы знаем, для чего это кресло, но я в преддверии того, что только начали игру, говорю так, как будто я тут первый раз играю. Странное кресло, да? Не замечаешь? Неужели тут будут нас пытать? Или как у вас в школе мальчик, когда ты раньше учился в шестой школе, как у вас вот учитель по физике вас, этот, тех, кто плохо себя ведет, вот так вот пытать вас будет. Так что, ребята, не шутите с физикой, да? Иначе будут у вас так пытать. Так, посмотрим. Тут я так и знал. Господи! Боже мой! Помогите! Изнасилуют! Это что такое? Что это за зеленая хренотень? Стоп! Так. То есть мы, получается, что-то сейчас прокачали. Это не для пыток получается? Ну окей, смотрим ролик. Что это? Что это такое? Нас что, сожгли что ли, блин, а? Где это мы, ёпта? Где это мы? Какой мы зёпи, скажите, пожалуйста. Ехать, мы что, в каком-то лесу, что ли? Я не понял, блин, а? Блин, мы в лесу. Андрей, Андрей, а здесь Shit. Ловит Wi-Fi? Какой нахер Wi-Fi? Мы в лесу. Ладно, не суть. Где мы? Где мы сейчас находимся? Так, у нас тут... Кидман. Да, в общем, вот она, та самая машина, да, которая разбилась. Вон, походу, с того. Но мы не видим отсюда, потому что сейчас темно. Коннелли, какой Коннелли, Себастьян? Коннелли же умер на твоих глазах. Он просто мутировал какой-то, блин, какую-то непонятную херотень. И все, в общем, капец ему пришел. Вот мы так и не знаем, где Джозеф. Он так и не вышел из той самой больницы, которая была в начале игры. Так что это просто такое. Какой-то странный шибиц. Мы можем лечиться. Да. Ну, мы знаем, как это делать, собственно говоря, да? Е. Нажимаем Е. Нажимаем на шприц. А, так мы будем лечиться. То есть, такими шприцами мы можем лечиться. Чтобы, то есть, чтобы мы могли прокачивать свои навыки, там, здоровье, в оружии, мы должны, в общем, искать вот эти вот баночки. Вот эти вот баночки с зеленой жидкостью. А чтобы улучшать свое ХП, мы должны найти вот эти вот шприцы. Так что вот такие вот дела. Кровь. Что это за кровь? Сейчас я просто обосрусь от страха. Понимаешь, мальчик? И это уже не смешно. Это пипец как не смешно. Так, ну мы, собственно говоря, следуем дальше. Странно то, что... Когда мы оказались около этой машины скорой помощи, мы никого не увидели. То есть не увидели тел. Если даже наши герои погибли, то мы не увидели почему-то их погибших тел. Это странно. Возможно, может быть, они выжили. Хотя почему-то, да, они не помогли Себастину. Это вопрос. Но мы, собственно говоря, разберемся с этим вопросом. А. А, да. Чтобы ударить. Как-то он странно бьет. Как будто он пытается побить книгу рекордов Гиннесса. По самому лучшему бивку. О, коробка. О, еще это странная жидкость. Ну, мы продвигаемся дальше. Да, тут немножко подлагивает слегка, да. Ну, потому что лес, конечно же, сложно прогружать текстуры, то есть все вот это, да. Ну, не обращай внимания, все-таки игра тяжелая, а у меня ком говно. Но не в этом суть. Так. Мы должны подождите. Я бы на месте Себастьяна сейчас как-то пытался бы выбраться из этого леса. Возможно, наши герои побежали именно в этот лес, так что надо их искать именно здесь. Ну, лес он огромный, Себастьян, где ты собираешься именно их искать? У тебя даже нет их координат, нет их маячков на них, чтобы их найти. То есть, блин, это пипец, этот лес, это, блин, это как искать иголку в стоге сена, понимаешь, Себастьян? Как ты собираешься их искать?
Я просто охреневаю, да? Ну ладно. В принципе, у нас только один путь, только сюда, так что... Тут уж... Никто не будет... Мы не будем разбираться, правильно мы поступаем или неправильно. Так, какой-то обрыв странный. Так, подобрать. Фонарик. Интересно, фонарик, да? Тоже у нас ролик, давай посмотрим. Где-то я его уже видел. Так, мне сейчас очень сильно интересно, кто же это там? Я видел только то, что он был в полицейской форме. Поэтому мне интересно. Вроде контур, да? Да, посмотрим, кто там у нас бродит, да? Так, мне интересно. Погоди-ка, в какой-то игре я уже видел подобную сцену. Себастина, почему у тебя на руках какая-то странная фигня? О господи, это же тот самый ролик из первого Resident Evil. Это же Кеннели, тот самый Кеннели. Что же нам делать? В общем, у нас появился пистолет. Мы должны срочно его вырубить. Кеннели, прости, но... Тебе конец. Пипец, Кеннели. Короче, походу, по Шенди он выжил, но превратился в одного какого-то зомби странного, да? Интересно, тут еще что ли такие есть? Я вообще охреневаю. Да уж, не ожидал я вообще таких событий, что Кеннели придется нам убить. Это пипец. Сейчас заплачу. Надеюсь, с Джозефом и Кидман все хорошо, потому что убийство их я и не переживу. То есть он сжал какого-то мертвого чмыря, да, и сам. В общем. Такую же сцену сделали явно из первого резидента, взяли просто, чтобы. Чтобы, короче, у игроков этой игры просто проявилась ностальгия. К старым частям резидента, да. Так, теперь нужно нажать на R, чтобы включить фонарик. Включил я фонарик. Да похер, это так все видно. Так. Так, что там такое? Какое-то мы зашли подземелье странное. Так. И где-то я этого беленького человечка уже видел. Кстати, походу это Лезли. Мне вот кстати говоря, задаюсь вопросом. А почему у Лезли такая чрезмерно белая кожа? Да, это точно он. Это Лезли. Почему у него такая белая кожа? Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? То же самое хочу сказать, но тем не менее. Так, у нас появляется тут какая-то растяжка, и теперь, в общем, такие будут растяжки попадаться на протяжении игры, и мы должны будем их деактивировать, то есть. Да, и получать запчасти. Не знаю, кто поставил сюда эти растяжки хреновые, так их сказать, но, тем не менее, вот такие вот дела. Ну что же, мы встретили Лезли, да, уже что-то хоть есть, то есть мы, получается, не на таком уж не неверном пути, мы уже более... Менее, наверное, пути. Если уж мы нашли Лезли, то доктор Мартин должен быть где-то неподалеку, да? Тот доктор, которого мы нашли в самом начале игры. Ну, в общем, вот такие вот дела. Ну, будем искать, собственно говоря. Вот насчет Джозефа я вообще не знаю. Я волнуюсь, поскольку мы его очень давно не видели, еще с самого начала игры, когда мы осматривали больницу, и появился тот самый
чмырь в капюшоне и отправил нас хрен знает куда. А с тех пор мы Джозефа вообще не видели. То есть, да. И сейчас мы вообще оказались в каком-то странном вообще лесу, я вообще не пойму. Лесу, я сейчас возьму и обоссу. Обоссу, в общем, этот лес. Так, что-то такое. Вороны. Тоже Resident Evil 4 напоминает. То есть нам нужно будет сжигать зомби. Ну, сжигание зомби напоминает уже Resident Evil HD Remaster. Мы сможем также находить спички, с помощью которых мы и сможем поджечь трупы, да? И что же нам за них дадут? Ничего хорошего, да? Понятно. Ну что же, мы должны сейчас набирать баночки, искать. И потом за них прокачивать себе навыки. Я сначала подумал, что тот стул это для, типа, комната пыток какая-то. То есть, не знаю, что из нас хотели вообще выпытать, не знаю. Но, тем не менее, я немножко обоссался. То есть, это вообще... Так, ну что ж, бежим дальше, собственно говоря, да? Чтобы не зацикливаться. Тут хорошо вообще прорисована картинка. И тут у нас появляется какая-то дверь странная. Что же у нас внутри? Давай посмотрим. Так. Так, не пыл. Кадр стал резко черно-белым, и появилась та самая медсестра, которая была в больнице. Что она здесь делает? Что она здесь делает? Ёпт! Как она так прошла? Она, то есть она исчезла, появилась через секунду уже, да, через мгновение, и вошла в это зеркало. Это как вообще? Что это за мистика? Себастьян, я тебе сочувствую. Скорее всего, ты попал в какой-то потусторонний мир, да? Мы находим дневник. Мы находим дневник самого Себастьяна Кастелланса. А Себастьян-то хоть сам вообще знает, писал ли дневник или не писал. Ну, если это его дневник, значит, он его писал. Давайте прочтем. Наконец-то я получил этот жетон. Детектив Себастьян Кастелланос. Отлично звучит, мне нравится. Говорят, мало кому удавалось делать карьеру быстрее меня. Хотя мне казалось, что ждать пришлось долго. Просто руки чешутся приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет куда лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на вес золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. Кримсон Сити мой дом, а защищать его это моя работа. Ну вот, собственно говоря, да, вот говорится, собственно говоря, о городе, в котором мы были в самом начале игры, это Кримсон Сити, я уже об этом рассказывал. И по дневнику Себастьяна, нет, все-таки это наше время, 2004 год, значит я был неправ, значит события происходят примерно, ну с 2000-х, в 2000-х где-то годах, да, то есть происходит. И мы узнаем из дневника, что Себастьян раньше... Что? Стекло? Стекло обрушилось? Как это? И заиграла такая приятная музыка, то есть... Ну, наверное, что-то хорошее будет, раз такая приятная музыка заиграла. Такое же стекло мы видели в больнице, вспомним. В больнице, в начале сегодняшнего моего прохождения. Вспомни, мальчик. Не суть. Давайте попробуем посмотреть, что тут вообще есть. То есть, если эта медсестра прошла, что же мешает нам пройти? Удерживать. То есть, что мы, получается, телепортируемся в это стекло? А телепортировались мы куда? Снова в эту больницу? Я тоже хотел этот вопрос задать Себастьяну. Странно. Странно вообще, да? То есть, мы телепортировались обратно в эту больницу через это стекло. Получается, мы теперь сможем делать так на протяжении игры. В общем, мы узнали из дневника Себастьяна, что он раньше работал обычным участковым, а потом ему дали должность детектива, и он этому, походу, очень рад. События происходили в 2004 году, но я не знаю, сколько нужно отсчитывать вперед, чтобы дойти до этих событий, которые происходят сейчас. В общем, вот стекло опять, то есть мы можем уйти обратно, то есть получается, мы что будем на протяжении игры встречать такие стекла и... попадать в эту больницу, там, что прокачивает навыки и сохраняться, получается так, да? А где-то медсестра? А вот и она. Ну да, в принципе. Ну, бывает. В общем, ну ладно, давай тогда. Медсестра... Медсестричка, похоже, наша устала. Да. Ну что же, давай тогда прокачаем новые навыки. У нас 1500.
Прокачаем здоровье. Прокачаем. Так, здоровье прокачаем. У нас на него не хватает. А, нет, хватает. А чё же не хватает-то? Как не хватает? То есть это... А, нужно 2000. Не повезло. У нас слишком мало навыков, черт побери. Ну ладно, еще наберем, придем. Ну да, в принципе. Я рад, что в этой игре есть система прокачки навыков. То есть в Resident Evil 4 такая тоже была. Если ты вспомнишь, только там появился продавец. И тебе продавал оружие, там разное, все такое. Но тут, разумеется, больше намного выбора. Тут и навыки, и оружие, и бег тут можно прокачивать. В Resident Evil 4 был только один единственный бег. И все. Там нельзя было бежать быстро. То есть он просто бежал и все. Либо шел, либо бежал. То есть и все. А тут он бежит. Можно вот так вот пойти. Вот так вот. А можно вот так вот побежать быстро. То есть. Только вот у него там шкала снизу оранжевенькая, это типа когда у него заканчиваются силы на бег. Походу мы тоже сможем эти силы прокачивать. Ну, сейчас давай сохранимся. Так, сколько у нас тут? Не очень много времени. Сохранимся мы вот сюда. Все. Ну что же, пока тогда на этом все, наверное, да. И мы теперь сможем выбраться отсюда. Ну, пошли тогда вперед. Опять к этому зеркалу. Да. Себастьян, ты так быстро устаешь. Как тебя только в детективы взяли? Хотя по телосложению ты прямо вообще норм. Ну, конечно, у тебя вес не будет, блин, 80 кг, поэтому, конечно, тебе сложно бегать, я тебя понимаю. Ну ладно. Ха, тут тоже можно, как и в Resident Evil 4 и 5, открывать дверь, то есть с ноги. Это прикольно, то, что это добавили, то есть не стали отклоняться от этой фишки, мне лично это нравится. Ну, мы продвигаемся дальше, собственно говоря, по этому лесу. И что мы тут интересненького найдем? Меня это волнует сейчас. Какие-то зомби странные. Какие-то люди. Это зомби вообще? Походу, они тоже стали зомби. Потому что двигаются они именно как зомби. Да, они еще и бегают. Убийство. Получается, да. Что ж, теперь нам рассказывают про режим скрытности, про режим стелса. Ну, мы уже видели этот режим, но нам не приводилось никого убивать. Нам просто нужно было использовать этот режим, а теперь нам нужно еще убить в этом режиме. То есть, да. Первого врага убить легко, он просто зациклен на одной, на этой двери. Но последующих будет уже убить немножко посложнее, насколько я помню. И что? Зачем он туда стучал? Неужели это тубзик, он хотел подрокать? Ну, хрен его знает, посмотрим. Посмотрим, что у нас тут такое. Нет, чувак, это не тубзик. Вон Лезли, почему он от нас убегает? Я бы на его месте, блин, наоборот, к Себастьяну побежал, чтобы он нас спас. А он как дебил убегает. Ну ладно, что ж поделать. Веса закончились, не каждый фитнес-клуб под него заточен, да? Ну тогда бежим, что же поделать. А, нам так и так надо то окно, да? Получается, да. Жалко, тут самостоятельно прыгать нельзя. Вот это реально жалко. Ну ничего страшного. Мы продвигаемся дальше, что же у нас будет дальше? Сейчас посмотрим. Мне нравится вообще костюм. Одежда Себастьяна. Особенно мне нравилось тогда, когда он был в плаще. Это вообще просто отпад. Так, у нас тут какой-то огонь горит. Скорее всего, именно те люди его подожгли. Тут какая-то фигура. О, мы ее разбили. Интересно, ключ? Ух ты, мы нашли ключ. Отлично, интересно, зачем он? Ну ладно, посмотрим. Может, от какой-то двери? Ну ладно, открываем и идем дальше. Какая-то бутылка. И у нас какой-то ролик. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас тут за ролик. Что это с ним? Hey, are you guys from around here? I don't know where. I can't go.
Что ты не можешь? Жена сексом что-то замучила. Почему он такой весь? Вот такое будет, вот так вот вы получите люлей, если вы будете, если у вас будет плохая успеваемость. Ладно, я об этом уже говорил. Значит, тут есть ролики, которые сделаны на движке, и есть ролики, которые сделаны в CGI. Их несложно отличить, но дело даже, собственно говоря, не в этом. Ну что ж, собственно говоря, нас спалили, скорее всего, или нет, но можно убивать врагов с помощью выстрелов с оружия, с любого. Там у нас появится не только пистолет, у нас потом еще появится множество другого оружия. Это арбалет, ружье, там, ну, в общем, дохренища чего. Тут, скорее всего, даже не пистолет, а какой-то магнум, да, то есть кольт. Ну, в общем, мы это знаем. Мышь 2, чтобы прицелиться. Ой, у нас немножко подойдет. В общем, тут так можно бутылками также подбирать. Наподобие как в Revelations 2, только туда ничего смешивать нельзя, как в Revelations 2 Resident Evil, но просто бросаться можно. Тогда посмотрим. Ой, он идет сюда. Пока он за нами просто следит. Так, мы сейчас попытаемся их по стелсу убить, потому что тут надо патроны экономить. Собственно говоря, что мы делать и будем. Так, у нас уже видео практически к концу подходит. Сейчас попробуем его скрытно убить. Давай. Вот так, спать. Спать, чувак. Извини, ты был очень хорошим. А что он имел в виду под тем, что он сказал, что я больше не могу? Интересно. Их было двое, а где же второй? А, вон второй, вон второй, ёпта, вон он второй. А если он нас спалит? Ладно, он нас не спалит. Себастьян, побыстрее. Давай. Во, вот он, тот самый. Извини, чувак, ты был хорошим. В общем, тут мы видим в катсцене, что он, видимо, был человеком. То есть, да. И потом резко превратился в зомби. Походу, что-то тут на них подействовало. Не знаю. Не знаю, но это, разумеется, не вирус, так как в Resident Evil. Что-то другое, но нужно, в общем, разбираться, что именно подействовало на них. Что они стали зомби. Так, что у нас тут такое? Спички. Давай возьмем. Интересный вообще домик, да? Поджечь. Ну, поджигай. Так, ну а на этом уже время уже практически подходит к концу. Так, ну сейчас чуть-чуть еще побегаем и, думаю, нужно заканчивать, да? Интересненько. Ну ладно. Тут еще какая-то комната есть. Интересно вообще, да? Тут можно спрятаться. Ну, скорее совсем для лохов. Для лохов, то есть. Те, которые не умеют по стелсу действовать, те, кто никогда в Metal Gear не играли и не умеют действовать по стелсу. Вот мы то же самое вот так же взяли и оббежали. Давай попробуем оббежать домик, посмотрим, что там у нас есть. Может, что-то полезненькое. Так, у нас появляется растяжка. Мы должны ее обезвредить. Первый раз, помню, ее проходил и запнулся. Ну, ты видел, мальчик, это. Да? Ну все, исследовали мы этот дом, теперь бежим дальше. Бежим дальше. Ну, его поджигать нет смысла, все равно от него ничего не будет. Так, что у нас здесь? Какой-то еще один фонарик, который... Нет, он вроде не прерывается. Ну окей. Вода. А. Странный мост. Интересно. Притягивает меня. Чем он тебя притягивает? Тем светом, что ли, оранжевым? Мне тоже очень интересно. Ладно, мы идем дальше. Не будем же мы все это переплывать, правильно? Это слишком далеко. Хотя и кажется, что не очень далеко, но тем не менее. Далеко. Далеко, да.
Такс, что у нас тут есть? Ну, в общем, доходим до следующей контрольной точки, и я заканчиваю. Ну да, вот мы дошли до контрольной точки. Как говорится, я накаркал. Ну что же, мальчик, а на этом, думаю, уже прохождение подходит к концу. Здесь тебе понравилось. Я сейчас, разумеется, побегу опять к тому месту, где зеркало было, и пересохранюсь. Так что все норм будет. Здесь тебе понравилось прохождение. Да, были такие небольшие подлагивания, но ты знаешь, что у меня комп эту игру только на минимальном разрешении тянет, а минимальное разрешение мне плохо, в общем. Плохая графика. Ну ладно, мальчик. Следующая часть будет довольно интересная. Это был у нас второй сезон, первая серия. Следующая часть будет очень интересная. И называется у нас второй эпизод, который начался «Выживший». Но мы пока почему-то нашли только одного Лезли. Только одного Лезли мы нашли. Но надеюсь, в следующей части или в последующих мы найдем уже остальных своих друзей. И уже будем с ними разбираться, что же тут происходит. Ну, с тобой был я, Кирилл, мальчик. Оценивай видео, ставь, в общем, немысленные лайки и комментарии. Это видео было не такое, довольно просто на интерес, не на смех, а на интерес, но здесь тебе понравилось. Все, с тобой был я, Кирилл, удачи тебе и пока. Второй сезон, первая серия сериала The Evil Within. Удачи тебе и пока. Увидимся в следующей серии.